Так. Вот это вот была настройка. Я пишу на две камеры, чтобы в случае чего туда-сюда переброситься. Сзади у нас зеленый фон, чтобы можно было подложить какой-нибудь видок хороший. И получилось бы очень-очень хорошо. А пока ваши вопросы. Ваши вопросы. Вопрос насчет чистки печени 18 лет. 25 лет чистил печень, вышли большие билирубиновые камни, все хорошо, все великолепно. А сейчас в 50 лет опять от житья-бытия начались какие-то там проблемы. И можно ли повторить чистку в 50 лет? Конечно, чистку печени можно повторить в 50 лет. Можно. Но расскажу о некоторых нюансах очистительной процедуры печени. Все упирается в то, насколько много у вас жизненных сил, жизненной энергии. Потому что когда много жизненной энергии, очистительный процесс идет мощно. То есть мы процедуры очищения печени возбуждаем вот этот вот очистительный процесс. Если у нас энергии мало, то сама процедура в некоторых случаях может принести вред. И смотрите, что я заметил из своего опыта на основе чистки печени. Это то, что можно очистить то, что у нас скопилось в протоках печени, в желчном пузыре, то есть вызвал мощное прослабление с помощью приема масла, добиться того, что идет мощный поток желчи и выбрасывается все это в кишечник, и потом мы уже видим на выходе, что там вышло из печени, из желчного пузыря. Как правило, из печени выходят такие светленькие, ну практически вот такого зелененькие, изумрудненькие камушки, которые даже имеют слепок сосудов печеночных. А из желчного пузыря обычно выходят такие круглые, бурые камни с разного рода включениями. Это то, что у нас имелось в желчном пузыре. Естественно, после этого работает печень получше, нежели до этого. Период какой-то на восстановление должен быть, как правило, где-то около недели, потому что чистка печени, говорят, это операция без ножа. То есть мощно надо задействовать здесь очищение, чтобы выбросило. Но существует более тонкое очищение, можно сказать, на уровне клеток. Клетки обновляются, допустим, в той же печени, выбрасываются из себя содержимое. Этот процесс, так сказать, растянут во времени, и наиболее хорошо и, так сказать, как-то мягко, безопасно это происходит во время голодания. То есть человек голодает где-то недели 2-3, и за это время часть клеток печени разрушается, и то, что они накопили, то, что они связали, то, что было вот именно, знаете, не в протоках желчных, а то, что было в межклеточной жидкости печеночных, между печеночными клетками, вот это начинает выделяться. То есть плюс выделяется то, что еще клетки из себя выбрасывают. Вот тут, конечно, очищение идет хорошее. И об этом очищении я рассказал ранее в одном из видео. Значит, очищение по целительнице. Просто сейчас у меня из головы вылетела фамилия этой целительницы. Она у нас была на передаче «Малахов Плюс». Мы с ней познакомились, а потом уже на других передачах она как раз рассказала эти особенности.
Потому что, представляете, печень, вы видели, что такое печень вообще, там, печень животного. Это такой орган, ну, через который, как бы сказать, медленно-медленно там идет кровь. А в любом случае она должна идти, ну, более-менее с какой-то скоростью для того, чтобы обеспечился и нормальный кровоток в целом в организме. Поэтому фильтр этот должен быть относительно чистый. И для того, чтобы его очистить на, знаете, может, не на уровне протоков, а на уровне клеток, требуется время. И как раз эта целительница рассказывает, Клара Ивановна Дорунина, вспомню. Клара Ивановна Дорунина как раз рассказывает, что на это где-то требуется примерно около 3 месяцев, чтобы вот это все. То есть принимаются там травы, то есть я там все подробно указал, вернее, она там перечислила, я ее только расспрашивал, что как делается, а в заключении делается вот такая вот чистка. То есть в 50 лет я бы порекомендовал, и у меня описан целый ряд мягких чисток, то есть есть жесткая чистка, которая возбуждает сразу энергетику на выбрасывание, это лимонный сок и оливковое масло, а есть мягкая чистка. Вот это вариант мягкой чистки на клеточном уровне, изложенной Кларой Ивановной Дорониной, на что я и отправляю вас на это видео, чтобы вы его посмотрели и подобрали к себе, именно к себе вот эти вот компоненты, с помощью которых можно очищать там печень, а потом заканчивать вот эту процедуру непосредственно вот такой чисткой. То есть еще древние говорили, что надо детокс сделать с помощью смягчения организма. А именно, прежде всего, собрать шлаки со всего организма, ну, по мере способности и возможности. Для этого надо сделать ряд таких интересных процедур, которые называются смягчение организма. Именно прогрев, чтобы ткани стали такие текучие, что-то там окислилось, чтобы лучше пошла циркуляция. Прогрев, ускорить циркуляцию, ускорить, то есть тело у нас сохнет, мы еще добавляем оводнение, как бы сказать, чтобы у нас тело стало более влажным, более насыщенной влагой. И тогда вот этот процесс выдачи шлаков пойдет более лучше. То есть надо как в комнате. Мы сначала сметаем из разных закоулочек пыль, а потом уже, когда мы ее подмели к двери, мы берем совочек и только раз, совочком выбрасываем. То есть сначала вот это вот подметание в организме для чистки печени, это как раз процесс, когда мы с помощью вот этих душистых трав воздействуем на разрыхление в печени вот этих вот спекшихся желчных там масс, делаем их более текучими, частично что-то там обезвреживаем и потихонечку, как бы сказать, подталкиваем там к желчному пузырю, собираем там в желчном пузыре. На это требуется время. И потом чистка печени, вот это с помощью оливкового масла, она просто хоп, выбрасывает это все. Существует ряд мягких чисток, которые я изложил подробно в книге «Без очищения нет исцеления» или на другое название «Полное очищение организма». Это мы используем различные, да хотя бы используем масло. То есть натощак принимаем масло. Допустим, какое-то растительное масло. Ну, можно использовать горчичное масло, можно использовать подсолнечное масло, можно использовать оливковое масло. Можно там, допустим, в оливковое масло добавлять различные там специи, которые, как бы сказать, придают горячности. Допустим, имбирь, гвоздику, там, ну и другие специи, я просто перечислять не буду. И примерно по десертной ложке утром натощак мы это принимаем. Чего мы добиваемся этим приемом? Мы добиваемся того, что на масло реагирует желчный пузырь,
выбрасывая на нее желчь. То есть у нас не застаивается желчь в желчном пузыре, тем самым обеспечивая, знаете, вот постоянный выброс желчи. То есть она не застаивается. Когда что-то у нас застаивается, она у нас коагулируется, сгущается и в конце концов может превратиться в камень. А зачем нам это надо? Поэтому если мы регулярно питаемся, используем маслица, даже сливочное маслице там используем, то оказывается этого достаточно для того, чтобы его желчь постоянно вырабатывалась, спускалась в желчный пузырь, потом выбрасывалась наружу, и тем самым в печени ничего у нас не застаивается. Масло, которое постоит у нас, грубо говоря, там год, можете на него посмотреть, какое оно становится? Оно становится вязкое. Нам этого не надо. Поэтому, значит, один из простых вариантов мягкого очищения печени – это прием масла. Далее существуют варианты печени с помощью приема соков. Длительного приема соков, ну, примерно хотя бы по пол-литра в день, там, вы какого-то сока выпиваете. А именно какого? Очень хорошо на печень действует, это свекольный сок. То есть добавляете столовую ложечку свекольного сока в стакан свежевыжатого яблочного сока и выпиваете. Получается очень вкусная такая смесь, которая способствует тому, что с одной стороны потихонечку, полегонечку чистит печень, второе, она обладает кровотворными свойствами. У вас будет прекрасно вырабатываться гемоглобин. Поймете, вы будете такими вот жизнерадостными людьми. Вот, то есть длительно. Таким образом, как бы сказать, подводя итог, а то я слишком увлекся, смотрю туда, смотрю и сюда, на зеленый экран, там, на себя. Существуют разные варианты воздействия на печень. Жесткие, которые в пожилом возрасте желательно применять, потому что это действительно тяжело. И мягкие, которые имеют более продолжительный период воздействия, но тем не менее они обладают, в конце концов, хорошими такими свойствами, хорошим действием, потихонечку очищая нашу печень. И тем самым восстанавливая ее работоспособность. Вот воспользуйтесь вот этими вот вариантами. И, пожалуйста, посмотрите мои книги на сайте. Потому что все пересказывать, ну, мне с одной стороны лень. С другой стороны, вы должны сами к этому стремиться. Вот я нарочно записал начало видео, чтобы вы увидели. Вот мне стало интересно, как я делаю на хромаке, ну, будем говорить, запись, программу, потом подложу что-то. Как я смотрел в камере и сколько я их выставлял для того, чтобы более-менее я получился тут вот одинаковый, и с одинаковым там фоном, и это как-то смотрелось. То есть стремитесь к знанию, стремитесь к действию, и у вас все начнет получаться. А сейчас пойду смотреть, сегодня суббота, на юбилей Елены Прокуловой, на который меня пригласили, и на котором я исполнил впервые, официально, будем так говорить, свою собственную песню «Цветет и пахнет абрикос». Я ее сочинил, я ее и исполнил.